Пауки бывают разных размеров, но то, что вы увидите в этом выпуске, просто невероятно. Как, например, этот гигантский паук, который пытался залезть на мост, но потом спрыгнул практически на людей. Многие репортеры это снимали, и это стало настоящим феноменом. Посмотрите, он настолько большой, что может съесть даже человека. Взгляните на следующие кадры и скажите, вы думаете, это правда или подделка? Я посмотрел это видео снова и снова, но никак не мог понять. Напишите в комментариях, что вы думаете. Кадры, которые вы увидите дальше, поразят вас, ведь этот паук реально больших размеров, и скорее всего, это видео не монтаж. А что бы вы сделали, если бы встретили такого? То, что вы увидите дальше, вероятно, напугало уже множество людей. Парень в лесу встретил настоящего монстра, и не постеснялся подойти и заснять его поближе. Следующий паук просто громадных размеров и пугает одним лишь своим видом. Неужели настолько огромные пауки могут обитать на нашей планете? Вероятнее всего, да, и этому есть еще пару подтверждений. Например, этот паук на мосту, рядом с которым вы можете увидеть еще несколько маленьких пауков. Такое практически невозможно просто взять и подделать. Если замедлить съемку, то видно, что этот паук настоящий. Следующие кадры довольно пугающие. Этого паука сняли на заброшке, и выглядит он очень жутко. Я думаю, размером он где-то с кулак или ладонь. А как думаете вы? Напишите в комментариях. С вами был Феликс, а вы знали, что щедрость делает человека счастливее? Поэтому, если вы достаточно щедры, подпишитесь на мой второй канал, ссылка на экране и в описании под видео.